Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня очередная распаковочка Faberlic. Я заказала очень много интересных штучек, необычных, что раньше вообще не заказывала Faberlic, и у них все время новиночки, что меня очень радует. С чего бы я хотела начать, это с губной помады, такой блеск Faberlic Lip Balm. Она увеличивает немножко губы, она увеличивает за счет того, что в ней находятся такие элементы, которые разглаживают морщинки на губах. И за счет этого делается эффект увеличения губ. Я не знаю, что скажете. Есть такой эффект? Я вот ей намазалась. Она очень нежно пахнет, она вот такая вот розовенькая. Она очень приятная, кстати, губам. Я думаю, что она будет со мной теперь все время. У меня много гигиенических помад, вы знаете, да? Я даже видео снимала о целой коллекции, но меня не перестают радовать вот такие вот мелочи. Мне нравится. Мне кажется, немного разгладились. Ну, в общем-то, сложно пока сказать, но мне нравится. Вот, да, написано volume. Volume, да, вот здесь вот, объемчик, значит. У меня номер 44-121, если кому-то интересно, потому что там разные оттенки. Но я думаю, они сильно не играют роли на губах. Также заказала, наконец-таки, у меня закончилось средство для волос. Здесь двухфазное средство для волос, спрей с двухфазной питательной для всех типов волос. Несмываемый вот такой вот спрей. Смотрите, какой он интересный. Вот у этой вот серии еще есть, по-моему, кондиционер и шампунь, и что-то еще у них есть для волос. Выглядит очень вот внушающе, что это что-то будет делать. Но, во всяком случае, вот это я проверю. Даже еще не пробовала, как пахнет. Только вот пришло, и я сразу к вам. Как вкусненько. Сладенько, как я люблю. Слушайте, парфюмом каким-то даже, по-моему, пахнет. Мне нравится. В общем, знаете, многие девочки мне, кстати, рекомендовали что-то. Бери Faberlic, там, возьми вот эти духи, попробуй. Потом возьми вот этот кондиционер, попробуй. Очень много чего рекомендовали, но когда я захожу к ним на сайт, у меня глаза, честно говоря, разбегаются. И я беру вот то, что глаз мой смотрит, то, что видит. Я на самом деле не смотрю никакие обзоры по Faberlic. Я реально вот покупаю, не знаю, даже если бы я смотрела обзоры на Faberlic, я бы все равно, мне кажется, брала то, что мне нравится. Дальше я взяла вот такое масло для тела, потому что, знаете, хотела недавно маслом, оказывается, у меня нет масел для тела. Но, естественно, меня привлек сандал, потому что, знаете, когда медитируешь, в общем-то, у меня есть такие четки, они из сандала. Как они пахнут, когда медитируешь и перебираешь вот эти бусинки, от того, что ты трешь ими, пахнет сандал. Мне очень нравится. Вот здесь роза и сандал, и сандаловое дерево, и я решила взять. Очень приятный запах, ну, текстура беленькая, как обычно. Такой твердый он, твердоватый, ну, то есть как крем, но не мягкий такой крем, а вот. Ой, немножко как будто шоколадом попахивает, но тут нету шоколада, но. Как я хочу им намазаться. В общем, вот такой вот. Так, дальше, что я взяла? Я еще дурындл, представляете? Кстати, вот этот кондиционер для белья мне дали в подарок. Вот какие-то есть акции там у них, очень часто, причем в конце, когда вы уже оформляете заказ, вам показывается, что там вам в подарок идет. Вот кондиционер мне для белья. Пришел в подарок, написано на 25 стирок, это, видимо, он какой-то экономный. Яркость и белизна. Пахнет вкусно, я уже затестировала. Приятный запах. Приятно, подарки я люблю вообще. Faberlic балует подарками. Дальше, я дурындл, представляете? Взяла вот такую вот бьюти-боксик. Мне понравился, я давно хотела себе такой. Но я не знала, что он пустой. Потому что там нарисовано, что в нем лежит. Я поняла, что это для примера. Там лежали блески, тени, там еще что-то лежало. Я подумала, ой, зачем все это отдельно брать, когда все это лежит уже в боксе. И так недорого. И я взяла, в общем, заказала бокс, и до меня только потом доперло, когда я посмотрела Машу Ля-Ля, а они взяли такой бокс ей, девочки вот моей, взяли такой бокс для того, чтобы она складывала туда свою косметику. Я подумала, ну понятно, в общем, вот такой боксик у меня будет. Не знаю, что это положу, у меня на самом деле много всяких боксов, но, наверное, я применю для чего-нибудь, потому что боксик на самом деле красивый, здесь такая прорезиненная штучка, вот, симпатично. Тут даже сзади написано, что можно сюда положить.
Достаточно вместительный. Объемный такой. Сюда даже можно положить во. Во. Даже вот это можно поместить. Вот это можно поместить по размеру. Впритык. Ну и самое-самое интересное, что я там заказала, и скорее-скорее бегу попробовать. Я подбирала одежду, скоро будет завал одежды. Я скоро буду покупать одежду просто мешками, потому что мне нечего снимать. Вы видите, повторяется одежда уже. В общем-то, я заказала вот такие вещи. Кстати, сережки не одела специально, чтобы вот сюда их померить. Смотрите, это коллекция Юдашкин. Вы наверняка видели, в коробочках все пришло. Я взяла, естественно, сережки, кольцо и колье. Я люблю наборы. Сейчас я это все одену. В общем, вот такие сережки, вот такое колечко. Вот, оно все исполнено в одном таком вот стиле. Вот такое с цепочкой. Вот такая красота, просто неимоверная. Я заказала себе, и вообще я довольна, потому что оно действительно очень качественно выполнено. Даже нет никаких претензий. Длину там можно регулировать, да, вот она вот идет где-то вот так вот, да, у меня, ну, я повыше чуть-чуть подниму, чтобы вам было видно. Вот. Смотрите. По-моему, шикарно вообще. Я на самом деле более чем довольна, потому что, ну, реально круто. Я вообще обожаю такие штуки. И это мои цвета, золото, камень розовый там вообще. На заставку. В общем, ладно, буду фотографироваться на заставку. Рада была поделиться с вами всякими такими мелкими штучками, которые поднимают настроение в нашей жизни, радуют нас. Ой, спасибо создателям, как всегда, за эту красоту. Желаю вам всем счастья, хорошего настроения. Радуйтесь всеми мелочами.